Так, что закрасили, в общем, поврежденную часть. Я не вижу перехода, не вижу отличий. Краску подобрали. Все по номеру. Надо будет пленку потом наклеить новую, это тоже поцарапалось. Гибридная на фара. Не нравится. Все четко. Переходов не вижу. Единственное, что здесь немножко надо будет грунтовку повытирать. Так вообще отлично. Вот Костя на Северном сделал за 8000. Капот будет стоить 10000 у него перекрасить, если надо будет. Я разницы не вижу никакой. Так, сейчас буду катализатор удалять.